Ну, понятно. Скоро праздник, 9 мая. Идет подготовка всюду и во всем. Вот, а мы делаем обычный, уже теперь обычный обзор наших сопок забайкальских. Вот они у нас. Сегодня у нас 3 мая 2016 года. Температура сегодня плюс 7 градусов. Совсем тепло. Ну, по нашим масштабам. Я вчера смотрел в интернете фотографию, тут разместил уже. Называлось так 2 мая. Время первого сбора грибов. Нам грибов далеко. Зато у нас вот что есть. Вот что мы сделали, вот что мы состроили. Вот это слово полностью появилось вчера. До этого были какие-то его лишь только буквы отдельные. Вот вчера я видел, как подъезжала машина вниз. Вот намного ниже, чем это слово. И туда поднимали кирпичи. Доделывали это слово победу. Вот такой большой плакат сейчас у нас над городом, на сопке Титовской. Ну, я тоже, можно сказать, вывесил свой плакат, и он у меня висит, знаете, где-то в районе, да, вот здесь вот. Это у нас областной драматический театр, и завтра будет спектакль по моей пьесе «На том стоим». Спектакль будет 2 и 7 мая. Пьеса написана по рассказам нашего замечательного писателя Бориса Константиновича Макарова. Вот, пьесу не так сложно было написать. Макаров передал детские воспоминания о войне, непосредственно такие. А я сделал немногое. Я лишь добавил к нему современный слой. И получилось, в общем-то, как многие оценивают, неплохая, если неплохой спектакль Чусинского драматического театра «На том стоим». Вот я как раз на него-то 2-7 мая и приглашаю. И у меня есть несколько примеров таких, когда на спектакле были взрослые люди, а потом они приглашали туда же своих детей-подростков и шли уже вместе. Так что всем родителям, у которых есть подростки, уже не надо ждать других примеров, а просто берите их и идите. Спектакль как раз для них. Знаете, как мы детей воспитываем, говорим: а вот делайте так, как делали мы, или как делали наши бабушки и дедушки. Так вот, за вас драмтеатры, если вы туда придете, сделает этот спектакль. Приглашаю, приходите.